Друзья, всем привет! Давайте посмотрим, что привезли в ленту еще к Новому году. Очень много новиночек таких вот в посуде. Например, вот такие кружки. Смотрите поближе, какой принт красивый. Здесь 450 миллилитров. Это фарфор. Есть вот зеленый цвет, вернее 480. И стоит 170 рублей. Очень-очень много кружек. Вот такие по 180. Пришли еще с созвездиями. Знаки зодиака. 150 рублей. 420 миллилитров. Тоже фарфор. Огромные кружки от Home Club в упаковке. Я бы даже сказала, бульонница целая. Стоит 300 рублей. 620 миллилитров. В основном здесь с надписями. Ну, вот этот вот самый классный рисуночек, он идет без надписи. Вот у этой кружки, смотрите, какая классная, с красной ручкой. Ну, очень объемная, конечно. Наборы посуды пришли с кроликом, символ года. Смотрите, что сюда входит. Салатник 430 миллилитров, кружка 270 и тарелка 19 сантиметров в диаметре. Стоит такой набор 600 рублей. Это фарфор, производитель Китай. Ну, красиво смотрится. Посмотрите, какая кружка. Симпатичная. Стеклянные тарелки, вот такие в виде елочной игрушки. Стоит 120 рублей. Вот такая. Есть еще с оленями, елочки, а вот тоже красивая по 150 такая елка, еще есть с печеньками, это стекло, и подставки под ложку тоже есть по 90 рублей. Вот еще какой узорчик. Очень много стеклянных кружек по 80 рублей, 300 миллилитров. Смотрите, какие принты. Прям зимняя-зимняя. Ну и зайчиками есть по 70. Ну а здесь в кружках вот такая красота. Посмотрите, это фарфор. 340 миллилитров. Серебро. Вот, смотрите, серебряная ручка вот такая. 200 рублей такая кружка стоит. Есть еще в золоте разные расцветки. Тоже новогодняя тема. Очень красиво смотрится. Снежинки. А вот в серебре тоже снежинки. Так, и вот еще какая кружка есть. Фарфоровая тоже. 475 миллилитров. Снежинки. Вот кофе с молоком цвет. И вот такой вариант еще кружек. То, что всякие веточки, шишки. 180 рублей, 320 миллилитров. Декоративная дорожка на стол. Смотрите, какая она ажурная будет. 33 на 150 сантиметров, достаточно длинная. Так, и материальчик это... Так вот не вижу. Так, ПВХ 100%. Такой золотой цвет, только стоит 330 рублей. Новые комплекты постельного белья. Вот здесь от Nordic Holiday. Биас, Узбекистан, производитель. Смотрите, 1400 рублей стоит такой комплект. 100% хлопок. Высокая прочность, дышащий материал. Натуральная ткань. Так. И здесь у нас двухспальный комплект. 200 на 215, 175 на 215 под одеяльник. И 70 на 70 одна наволочка и одна 50 на 70. Для чего так делают? Почему не одинаковые? Смотрите, какие еще варианты расцветок есть. Вот это вот такой зимний лес. И вот еще какой тоже здорово смотрится. Это уже полутора спальный комплект. Так, а я тут что, вам не перепутала? Скорее всего, двухспалка стоит 2400, а полуторка 1400. Угу. И вот такие постельные наборы от Home Club. Материал Биас, 100% хлопок. Здесь комплект семейный. Вот вы видите его параметры, чтобы я уже не произносила. И расцветка. Смотрите, какая есть. Это тоже семейный комплект.
Так, а вот этот уже, это комплект евро. Цены 2150, 1750, 1700 и 1600. Появились новые формочки для выпечки из углеродистой стали. Вот такая разъемная, 26 сантиметров в диаметре. Стоит 400 рублей. Есть еще квадратная форма. Только где здесь дно? Кто его забрал? В общем, тоже по 400 рублей такие. Новые красные кружки. Фарфоровые от Home Club. 320 миллилитров. Стоит 320 рублей. Такая вот кружечка. Есть еще вот с надписью красная большая. А тоже фарфор. 490 рублей. Здесь уже 470 миллилитров. Новые вот такие салатнички небольшие, 480 миллилитров, материал фарфор, два вида расцветки, это вот зеленые и красные, 150 рублей. Ну и целая серия вот такой вот фарфоровой посуды, полосатой, красной, красно-белой, по 150 рублей такой салатник, 480 миллилитров, фарфор материал. Ну, есть еще к ним тарелочки. Я не помню, в тот раз показывала или нет. Вот с красными полосками, есть с белыми. По 150 рублей, 21,5 сантиметра в диаметре. Она глубокая. И еще большие плоские тарелки. А, вот такой вот вариант. Так, тут активно убирают. 300 рублей такая тарелочка. Посмотрите, какая разделочная доска от Home Club. Размер у нее 33 на 18 на 1,2 сантиметра. Это бамбук материал. И посмотрите, какой принт красивый. Красота. Стоит 250 рублей. Можно подвесить ее будет. Ну и очень много мелкоты. Вот такой, например, вот тарелка сервировочная маленькая, стеклянная. 10,3 на 10,3 сантиметров от Home Club, стоит 90 рублей. И они, кстати, разные по форме. Есть вот в виде сердечка, вот такая, 8,5 на 7,9 сантиметров, стеклянная, по 80 рублей. Вот какая еще, по 100 рублей. И есть прямоугольная такая или квадратная, уж не знаю, да, квадратная, 8 на 8 сантиметров, по 80 рублей. Ну и новые деревянные лопатки вот такие и ложки из дерева акации по 300 рублей. И также силиконовые вот такие вот прикольные. Правда, не вижу, сколько цену. Только вот повесили. Вот такой вот красивый рисунок. И вот еще какой. Снежинки прям. Кружки мы такие видели и салатники. В общем, все можно подобрать. Но нет пока цены на них. Жалуюсь я на отсутствие цены, конечно, но у меня вот тут под боком штрих-код, вот видите, по 100 рублей, если по карте будете покупать такие лопатки. А вот еще симпатичные сервировочные тарелочки маленькие, почему-то называются снежинка, а не звездочка. Стоит 120 рублей, материал фарфор. Ну и очень много вот таких кружек с трубочками стеклянных, с металлической крышкой. Такой вот цвет. Вот эти красивые. Стоят такие по 130 рублей. Есть, которые стоят по 180. Вот такие, например, с надписью. И еще с рисунком. Вот как этот медведь, например, классный. Вот. Мишка. И что-то там еще. И пингвины еще есть. Вот. Эти по 180. Сколько их там? Миллилитров, 500 миллилитров. И еще очень много вот таких салатничков с классными зайками. Я показывала, такие вроде были тарелочки и кружки в прошлый раз. Вот, смотрите, материал фарфор, 150 рублей стоит. Ну и вот такая милота, еще полотенце хлопковое от Home Club, 40 на 60 сантиметров. Стоит 219 рублей. Расцветка только такая, бежевая, вот с зайчиком. Ну и к этим салатникам вот, пожалуйста, есть и кружки.
таких же цветов с зайчиками, каких только нет. Тоже материал фарфор, маг-волшебник. Стоят такие кружки 130 рублей. Я посмотрите еще какая мелотень с надписями от Home Club. Кружки 350 миллилитров. Это каменная керамика. Вот здесь «Дари счастье». Серия «Медведи» называется. Сейчас посмотрим, что еще есть, какие надписи. С Новым годом. А вот такой медведь. Ой, классный вообще. Так, а вот этот, по-моему, без надписи идет. Да, этот идет без надписи. Но звездочки у него тут как будто бы переливаются. Интересные кружки. Стоят такие по 120 рублей. Очень даже классно, доступно и красиво. Есть подарочные жестяные баночки. В фикс прайсе они большие, а здесь, посмотрите, какие маленькие. По 100 рублей такие. Дед Мороз есть. Тоже разные виды. Пингвин. Так, и вот такие еще тоже по 100 рублей коробочки жестяные. Что тут еще? Можно какие-нибудь украшения или конфетки, или что-нибудь, какой-нибудь сюрприз подарить. Различные расцветки. Мне проще даже сделать вот так, чтобы вы посмотрели, какие есть. Ну и напоследок покажу вот такой фонарик, на который сейчас скидочка. Посмотрите, как он здорово будет гореть, красиво смотреться. Работает он от батареи, которые в комплект, по-моему, не входят. А может быть и входят. 400 рублей сейчас он стоит, а стоил 850. Цвет только черный. Ой, ну здорово. Можно смотреть и отдыхать. Все, друзья, на этом все. Если вам было интересно, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь. А я с вами прощаюсь. Пока-пока.